И всем привет, гостенки, с вами Томикау, и сегодня будем играть в Bedwars на сервере StreamCraft. Ребята, вы хотели новое расписание, то оно вам будет. И будут видосы выходить 3 раза в неделю. Понедельник, среда и пятница. Запоминайте это расписание, и надеюсь, вы поставите мне лайкусик. И погнали! Вот и началась наша катка, ребята. Так что побежал я быстрее за железом, чтобы построиться в середине. Так, успею, не успею, и как бы да. Это опять карта осень, потому что разнообразия тут мало, карта очень мало, поэтому даже может на Веймрод перейду как-нибудь. Сейчас бегу прям, да, хотя мой друг уже стоит, и я лучше закуплю меч, не тот меч. Ребята, извините за шипение в микрофоне, это я ничем не могу поделать, это у меня пердящий китайский микрофон, можно так сказать. Хотя он... Свен, ну, китайский. Так, давай, стойся, быстрее бегом, мой дурачево. Так, ну, мои друзья, можно их так называть. Давай, бегом. Там уже идут синяя команда. Желтая вообще какую-то дичь строит. А зеленая тоже идет. Стоп, зеленая мы. Да, зеленая мы. Там красная получается, да? Так, я иду. Специально быстро забирают все с желто. И, кстати, много будет подлагивания, я не знаю, что-то случилось у меня. И давай сюда. Что хочешь получить, да? На. И там это зеленый. Ага. Ты что хочешь получить? А, это не зеленый, это зеленый мы, я запутался, сорян. Извините, ребята, что запутался так. Неловко получилось, да? Но зеленый, оказывается, мы, а не они. У нас тут лестница построена, он построил лестницу, да, он построил лестницу. 2000, бежим. За нами нету погони. Так, погони. Нету, тихо, чуть не выпали. Ну, девушка, зачем вы делаете это? Хотя это не девушка, по-любому какой-нибудь школяр сидит с женским скином. Потому что я так раньше тоже делал, но сейчас уже не делал. Я так грифер раньше. Гриферством занимался, был вообще капец какой грифер. И до сих пор, конечно, занимался этим делом, но... Как-то меня один раз забанили админы, после этого я вообще придумал, да ну нафиг читерить. Ну еще да, читаи были у меня. Короче, я типичным школяром был. Вот моя жизнь. Рассказал всю свою жизнь. В Майнкрафте я играл вообще. Ребята, я не знаю даже ничего говорить. Так, кто там? Там на середине синий. И наш, да? Да, получается. А какой синий? Зеленый. Сейчас я с автокликером всех... Чего? Ты дебил? Блин, ребята, сорян за моего друга, если он такой норя какой-то автокликер скачал себе. Конечно, я понимаю, автокликер это вроде даже не читает, не зачитается, но это нужно, это плохо, автокликер это плохо. Школьники лучше не надо, пожалуйста, не надо, моё. Так, я, кстати, забыл свои частицы поставить снежные, поэтому вот так вот, что хочешь получить? Хотите получить все? А, ты хочешь меня столкнуть, да? Ага, а хер тебе. Тебе тоже... в смысле, чувак, тихо, вы. Тихо, все, тихо. Тихо. А. Давай. Нет. Уйди. А, ну ладно. Неудачный прорыв был, так что бежим сразу. Надеюсь, нашу базу тоже не штурмует никто. Кстати, пинги у меня нормально. Да, у меня нормально пинги. У моего друга, он живет в селе, так что у него пинги такие вот говно. Надо потом будет написать, ты что, дурак, с читами играть? Ну, автокликер это читы или не читы, напишите в комментарии, я не знаю. Я пользуюсь ВХ только. Ну как, ВХ сказать вам. Пользуюсь X-Ray. Смотрел годы на SkyWars. Не на SkyWars, а на SkyGrid. Да. Так, надо зельку силы срочно и водяру себе купить. Она быстро придает скорости. Я имею в виду зелька скорости. Так, в смысле? Ты чё, дурак, что ли? Ага, бежим. Я понял, что у тебя лаги, не надо писать мне так. Ха-ха, жёлт. Так, с красной. Я путаюсь, потому что я вечно был красным или какой-то другой тимой. На тебе. Ты чё, хочешь на меня штурмовать? Ага. Ой-ой-ой, тише. Не надо. Пожалуйста, не надо. Отстань, уйдите с этой места. Так, за мной кто-то бежит. За мной бежит красные.
Помогите, спасите. Сейчас не бежит, все. Отхилюсь. Кстати, жалко, что не показывают, как хайпиксели. Ну. Да. Да, я забыл. Забылся. Не показывает хп, сколько у человека. На хайпикселе это показывает. Это плагин такой или. Не знаю, на самом сервере, короче. Че я забыл? Чем мне. А, ясно. Сейчас будет. Точнее, старший брат его будет играть. На. Как-нибудь мы запишем, может, с котом вместе видеоролик. Какой-нибудь там совместный. Задненького нету? Нету. Так, желтые вроде не обороняются, надо купить что-нибудь тихо. А, стоп. А, стоп. Вы там нету, вас там нету. Ага. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Ай-яй-яй, ребята, подлагивание получилось, или это... Либо из-за записи, либо что-то такое. Если будет запись лагать, даже Майнкрафт лагает. Прикиньте. Я такой древний ПК, что даже Майнкрафт лагает. Ну еще, знаете, микрофон может жужжать из-за того, что у меня компьютер сам жужжит по себе. Или проблемы такого, типа, незаземленные провода. Еще такие быть могут. Так, сзади никого нету? Ага. Ага. Ты кто такой? Давай, до свидания, чувак. Давай, 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 кыш отсюда. Ты нам тут не нужен. Мой... Мне твои проблемы тоже не нужны. Так, куда? Защищайся, смотри, синих. Зелен. Так, мы, кстати, зеленые двое остались, только там красные. Ага. Проуч. Ой, ёшкин кот. Чуть не упал прям. Прикиньте. А если бы упал? Это капец было бы. Ну ладно, хорошо, что не упали. Ах, да. Слишком у меня дикция маленькая, и это плохо отражается на видео. Я еще немножко заикаюсь, это. Хотя я не был заикой, уже как говорил. Надеюсь, вы серьезно поддержите лайком меня еще. Как-нибудь мотивирует она, что ли, меня, этот лайк. Типа, хоть кто-то меня смотрит, понимаю это. Б2 серьезно хорошо заходит почему-то, но я не понимаю, почему. Хоть я плохо снимаю, но выигрываю. Skywars я играть вообще не люблю. Не любите поиграть в Skywars. Хотя на Hypixel Skywars можно поиграть, потому что там больше классов и более интереснее. Но читеров очень много, потому что школьники всякое такое. Хотя я сам школьник и называю школьниками другими школьниками. Короче, парадокс. Парадокс. Ясно? Так. Ага, красные на середине. Нет, для туни. Я не были под силой. Под зелье силой. Это плохо. Это очень плохо. Так, надо быстро закупиться. Быстро, 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 быстро. Очень быстро. Постараюсь даже говорить не такс, меньше таксов. Может кто-нибудь кровать застроить, ребятки? Надеюсь, что вы так... Ну, так и никто не застроил, насрать вообще всем на свою кровать. Да пофигу вообще, зачем она нужна? Просто какая-то барахлишка, которая стоит наверху. Кому она нужна? Так, бегом, бегом, бегом. Лучше, блин, не хватает на зельку силы. И вообще наук сам не хватает. Хотя наук хватает, на стрелу не хватает. Я не купил стрелу. А что за меч это был? Ну ладно. Выбросил какой-то меч. Ты-ты-тыкс. Яблоки, яблоки, яблоки. Быстренько купить себе стрелу. Я потерялся. Хорошо, очно. Так, пока... А, наш ливнул. Значит, мы остались вдвоем. Получается, это оборонительная тактика. У тебя серьезно автокликер. Ты харе, полегче так, не пались. Автокликером палиться тоже не очень. Не стоит. Конечно, автокликер это хорошо, я, да, в некоторых случаях, но... Вот в PvP это жестко будет. Хотя, если уметь с ним пользоваться, тоже, конечно же. А можно стандартные читы скачать, а им там такого рода, или как это называется, который просто будет автоматически бить с разворота, там, 360, бенч, и тебя вот так вот в хэд просто, и ты улетаешь. Так, там даунич идет. Даунич. А, я попаду или нет? Ты хочешь, чтоб я попал тебе? У меня подлагивание идет немножко. А! На те. Пошел вон отсюда. Уводится. Так, я, конечно, косой лучник, потому что я вообще с луком не стреляю. Я, скорее всего, защитник или мечник. Или как это называется. Танк. Танком тоже могу быть. Но танком сложнее быть, и это очень сложно. Тут надо там продумывать всякие тактики танковые. При этом нужно танков иметь нормальную тиму, а не из одного человека, как я. Ребята, затащим ли мы одни или нет? Ага. Где ты? Куда ты телепортируешься? Ага. Ага.
Натя. Ага, хотел тут зарашить меня, а кто тут зарашить хочет? Хочет меня зарашить? А че все хотят зарашить меня? Уйдите, я тут один. Я тут зачищу свою территорию. Мои владения, моя хата. Вы че, охренели, что ли? Так, тихо. Ай-яй-яй. Ага. Натя. Ага, ясно. Ребят, сваливаем. Короче, сваливаем. Давай, столкни меня. Эх, катка не зашла как-то, не очень. Получилось так, тихо ты. Ага, ты хочешь фармить на мне. Ага, нафарми, давай. Фарми, конечно, иди нафиг. Фармить на мне ты не будешь, иди в жопу. Вот вообще фармить не будешь на мне. Я тебе тут не фармил, чтобы ты на мне фармить. Идиот. Ну вот, ребята, как-то катка не зашла, не очень. Потому что вся тима ливнула, ну ладно. Хоть затащил, не затащил. Как-то получилось вот так. Надеюсь, вам понравился мой видеоролик. И вы оцените меня лайком. И будете писать комментарии, потому что комментарии тоже хорошие иногда получаются. Ну и, конечно, можете поставить дизлайк, если вам не понравился видосик. Я не буду обижаться на дизлайки, конечно, я понимаю сам, что я качественно снимаю. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал, подписочку обязательно. Ну, для кого как, хотите подписаться, подписывайтесь. Понравился я, подпишитесь. Вот, постараюсь сделать атмосферу свою, но атмосфера пока еще не получается, ребят. Ну вот, что я хотел сказать? Я хотел сказать ничего. И, короче, хотел сказать пока. Да. Ма. Пока-пока.